Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Deo Nexia 2001 года выпуска. Двигатель 1.5 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 368 тысяч километров. Заменю топливный фильтр. Хозяин говорит, сам пытался как-то сделать, у него не получилось. Говорит, ключей нету. Закисло там все. Фильтр не менялся очень давно. Попробую, если получится, заменю. Если гайки будут срываться, то тоже не буду даже пытаться. Замочу его и через какое-то время опять попробуем. Вот у нас топливный фильтр стоит в районе задней правой двери, за порогом. Забрызгаю его пока ВД-шкой. Пусть маленько покиснет. Минут 20 постоял и еще побрызгал. Берем ключ. Здесь хорошо бы взять разрезной ключ. Но попробую. Простыми, но широкий ЗЕВ у них. На 21 на фильтре и на 16 на гайке. Ломать бы его. О, этот пошел. А что он говорит, не откручивается? Все откручивается. Ну и этот. А здесь проблемка. Закисло. Штуцер на гайке закис и не крутится. Я сейчас, наверное, эту сторону откручу и фильтр выкручу. Не буду я рвать трубку. Все заржавело, ничего не хочет нормально откручиваться. И болгаркой-то тут не порежешь. Thank you.
коробка так и не отходит. Немножко все-таки сорвал я этот болт. Сзади гайка приварена, но она квадратная. Сейчас попробую его расшатать и раскрутить. Изогнул, но победил. Thank you.
фильтр не менялся очень давно. Попробую его так закрутить. Штуцер здесь не крутится. Если его попробовать за трубку подержать. Не. Есть вероятность ему голову отвернуть. Забрызгаю резьбу. Немножко поправлю. Беру новый фильтр фирмы AMD. Номер его идет по AMD FF27, а оригинальный 961-30-396. Фильтр и два кольца к нему. А зачем здесь кольца? Непонятно, зачем здесь кольца. Здесь получается резиновые уплотнители. Ну, сейчас попробую. Это, видать, для разных этих, потому что здесь наружное кольцо. А здесь уплотнение внутреннее, до наружного кольца оно не доходит. Так, сначала затягиваю эту сторону. Теперь затягиваю эту сторону. Что, включаем зажигание, проверяем. Ну все, у нас здесь сухо. Топливо накачало, и все хорошо. Вот так вот, когда долго не меняешь фильтр, потом его заменить — целая история. На этом все. Замену топливного фильтра я сделал. Всего вам доброго.